Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня тест, и даже не тест, я вам просто покажу новую локацию, две даже локации, Одинокое море и Разлом, что там ожидает. Я не буду тут решивать, тут не с кем. Во-первых, бегать надо народ, и вы знаете, что первое очень сложно затащить. Я вам сейчас покажу награды, поменяли у нас некоторые плюхи. На этой локации у нас ничего не поменяли, по крайней мере, насколько я помню. Но поменяли у нас плюшки, награды вот здесь. То есть добавили новые итемы, новые книжки питомцев. Их можно купить, кстати, в магазине тоже. Также у нас поменяли награды с моря. Можно получить новые итемы, опять же. Поменяли награды за самопрохождение. Это я вам тоже покажу, за адский саммит и за прочее, там, по-моему, увеличили награды. В общем, поехали, попробуем сбегать. Я просто с агильдийцем сейчас бегаю, показать, посмотреть, что там есть. Так, давайте первое для начала, чтобы так в сравнении сразу посмотреть, потому что я знаю, что мы здесь долго не выживем. Так, подобавляю еще питание. Окей. Создать. Так, это первое. А хотя, в принципе, что, зачем приглашать кого-то? Я могу сбегать сам. Сори, ой, я завтыкал. Можно же самому запускать. Хотя бы приблизительно сейчас посмотрим. Так, это что у нас? Это у нас начало такое. Ну, как видите, здесь не особо-то много мы увидим, но я надеюсь, мы дальше увидим втором, что будет на втором. Во-первых, поменялась карта, как видите, если сравнить первую со второй. Я не поменялась. Карта одна и та же самая, это я немножко туплю. Так, хорошо. Карта у нас не меняется, окей. Поехали, посмотрим, что здесь будет на первых волнах. Я уже замахался писать видосы, честно говоря. Пара видосов и буду ждать, когда колда выйдет. Так, смотрим, Некрос. Ну, по сути, те же герои, 140-й, 160-й левел. Понятно, они меня сейчас развалят. Огники. Вроде то же самое. Я бы не сказал, что особо. Наверное, они немножко усиленные. Махатма, Роза вижу. Фрейка. И кто там у нас? И Лысый, да, есть? Окей, ну все. На этом у меня попытки, к сожалению, все закончились. Как видите, попыток нет. Давайте попробуем сразу же зафармить здесь. Попробуем. Так, отлично. Это у нас адский саммит. Видите, можно уже додавать в друзья. Кнопочки добавили. Этого, по-моему, не было. Добавить в друзья. Сразу же с теми, с кем бегаете. В принципе, тоже неплохо. Очень полезная темка. Посмотрим, какие с третьего награды будут. Отлично, завалили. Вот, я получил 2 бутылька. Ребята получили по 10 плюх. Можно их даже умножить, но у меня нету самоцветов. А вот так вот. Так, давайте попробуем четвертый. Знаю, сюда кто-то бегает или нет. Одного нам не хватает на четвертый сбегать. Но, блин, плюхи улучшили. Это однозначно плюс. Посмотрим, что будет интересно дальше. Сразу же уменьшилось.
третий. Эти 7, 10, вот, увеличенное количество сундуков. Отлично. Тут, я не знаю, затащить. Ну, третья проходится на изи. Вот опять я получил. Видите, как прет. Просто тупо прет на эти итемы. Так, окей. Пятушки. Так, поехали дальше. Поехали дальше, посмотрим. Так, тут понятно. Смотрим следующую локацию. Так, это избегали, поехали. Это мы разлом бегали. Поехали на одинокое море. Так, стоп. Давайте на первое сбегаем. Так, на первое есть, на второе. Второе ник. Поехали, на первое сбегаем. Надеемся, сейчас кто-то один появится у нас еще. Смотрим. Что же здесь интересного будет? Ну, понятно, мы тут сейчас сольемся. Вот, как видите, можно подобавлять френды вот таким вот образом. Это однозначно плюс. Ну, тут... Так, давайте без ускорялки. Что у нас по демонам? Демоны, месса, ну, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 демонов, а тут у нас 5, то есть 2 раза меньше, даже больше, 11, в центре 3 у нас. Ну, понятно, мы тут сейчас сольемся. А может и не сольемся, сейчас посмотрим. Скорее всего, нам времени нет. Судя по таймеру, времени нам однозначно не хватит. У меня, конечно, никто не сдох, но... У других подохли. Однозначно времени не хватает. То есть локация та же самая, по сути. Его не поменялось. Поехали дальше. Вторая. Здесь у нас 20 дают камешков. За прохождение, как видите, то есть улучшили призы. Тут здесь 2 раза и 3 нового героя дают. Ехали. Так, вряд ли тут кто-то бегает. Я создам сам, посмотрю на это все, отличается оно или нет. Побегаем. Так, что мы имеем? Имеем по центру кучу некросов. Я не помню, они там были или не были. Кучу демонов, махатмы вижу. Ну, а так, в принципе, ничего там особенного такого я не вижу. Стрелки еще есть. Так вот. Напишите в комментах, кто бегает на первой локации. Какая разница, потому что я по видосу уже потом посмотрю. Но я вижу некросов. Я не помню, чтобы там некросов столько было. Которые в центре... Хотя их, в принципе, убить нормально можно. Плюс стрелки, ну, некросы как-никак и не снимают бафы. Вот в чем минус. Плюс стрелки забирают энергию, плюс махатма то же самое. Ну, в принципе,
развалить, я думаю, топовым составом можно. Ремочки поставили вперед. Но опять же, это возможно. Какие? Они все проседают, в основном остаются демоны. То есть у нас осталось все тоже по локации. В принципе, не поменялось. Так, поехали дальше. То есть это я вам рассказал, показал. Поэтому также я хочу сейчас вытащить новую чарку. Ее затестить. У нас есть коробочки. Она дает увеличение силы атаки и увеличение скорости напора энергии. То есть новая чарка реально должна быть топовой. Ну, увеличение дамага, ребят, это вообще просто кайф для некоторых героев, особенно для Фреи. Ну, ей, конечно, энергия не нужна. Но для многих героев это будет довольно-таки неплохая тема. Особенно увеличение набора энергии. Это интересно. Но опять же, это процентуально. Если у вас не будет воодушевления на Еву, оно работать по сути не будет. Ну, попробуем вытащить из... затестировать эту чарочку. Как видите, пока падает все, кроме нее. Пиромагия. Карты. Кстати, быстрее можно будет вытащить первый, второй левел. Конечно, если он упадет, вот посмотреть. Особо не увидим улучшения. Надо все-таки четверку, пятерку. Пятерку. Только надо будет подумать, кому ее еще ставить. Видите. Героев у нас много, а кому вот эта чарка подойдет, надо думать. Все-таки увеличение атаки на сегодня не есть приоритетом для многих героев. Также набор энергии, но это плюс, это реально бонус. Лучше на сегодня это дефные варианты. Как видите, чара падает очень плохо. Точнее, вообще даже не падает. Эти 300 смен. Даже пятерки уже вытаскиваем с карт. Еще ни разу не увидели. То есть шанс очень маленький. Но там увеличение атаки просто бешеное. По-моему, 80% на максималке. Как видите, все очень печально. Нету ничего. Камеры. Блин, 100 карт и ни разу не упало. Да ладно. И пенек, хотя в принципе пенек тоже не падал. Жесть. Просто жесть, ребят. Ой, блин, я ее пропустил. Вот это вот минус. Так. Пробуем коробками, хоть это и дольше. Пытка, не пытка. Давайте еще пару коробок, а потом, если не будет, 11 коробок открываем, не падает. Я потом отдельно запишу. Ну, как видите, шансы очень-очень хреновенькие на эту чару. Но чара будет для начинающих хаков полезная, в принципе. Но я бы, наверное, ее не советовал сильно спешить кому-то там ставить, потому что все-таки урон на сегодня не есть хорошо. А вот Фрей, в принципе, она зайдет, но куда-то и так дамага дофига. О! Отлично.
четверочка хотя бы, но посмотрим, какое же это все-таки будет улучшение. В общем, пишите комменты, ставьте лайки и ждите видосика с новой чаркой. Всем удачи, всем пока.